Еще немного о спорте. Дублирующие составы новой генерации и Ухты добились максимального результата в домашнем туре Высшей лиги России по мини-футболу. На выходных в столице Коми команды сыграли с кемеровским Кузбассом и новосибирским Сибиряком. Сыктывкарцы выиграли обе встречи со счетом 5-2 и 4-0 соответственно. А вот Ухта заставила поволноваться многих болельщиков в матче с кемеровским Кузбассом. Проигрывая со счетом 0-2, за 5 минут до конца второго тайма ухтинцы меняют вратаря на полевого игрока и сначала сравнивают счет, а за 2 секунды до финального свистка забивают победный гол. Пожалуй, что серии пенальти нам не избежать. 9 секунд. Ухтинцы не будут форсировать события по тому, как складывалась игра. Гол! Вот это развязка! Таким образом, мини-футбольный клуб «Ухта» закрепился на 5-й строчке в турнирной таблице. Новая генерация на 8-й. Борьба за итоговое положение в табеле регулярной части сезона обострилась. В плей-офф Высшей лиги России выходят команды, занявшие в своих конференциях места с 1 по 8.